Всем привет, меня зовут Диана, и вы на моем канале Firebug. А перед просмотром данного видеоролика я тебя попрошу подписаться на канал 9D. Парень снимает интересные видео о программах, играх, в особенности Minecraft, анимациях и экспериментах. Хоть на этом канале не так много видео, но парень пытается создавать креативный и интересный контент. Я сама посмотрела несколько его видео и засела там надолго. Поэтому, если вы любите игры, в особенности Minecraft, подписывайтесь на этот канал, не пожалеете. Ссылочку я на этот аккаунт оставлю в описании, поэтому спускайтесь ниже и подписывайтесь. Он вас ждет. А также на мой канал. Чтобы на него подписаться, вам всего лишь нужно спуститься вниз и нажать на красную кнопочку, такую подписаться. И нажать на колокольчик, если ты хочешь получить уведомления о моих мотивационных видео. Сперва я хочу сделать пробежку, чтобы себя немножко взбодрить на вообще последующий день. А также сделаю после нее небольшую тренировку на пресс, на руки и всякое такое. Йогу я очень давно хотела на нее пойти, но никак не решалась, и теперь я наконец-то себя пробую в этом и расскажу вам мои впечатления. Сейчас я уже наконец-то буду собираться на танцы, которых я так давно ждала. Я хочу пойти на флай-йогу, попробовать, как это мне понравится, не понравится, а потом я уже определюсь, буду ли я ходить туда на постоянной основе. Так как у нас недавно прошла гроза, и мне надо было собраться по погоде, поэтому я одела себе вот такой лук. Мне очень нравятся эти штаны, потому что они оверсайз. Ну, а также взяла свою белую футболку и подвязала как топ. Мне кажется, что смотрится вообще очень круто. Все, я уже пришла. Честно, я переживаю, так как я ни разу не была на танцах этих. Ну что ж, вхожу. Вот такой мой лук для тренировки. Тут студия Пилона, а моя студия находится вот тут. С гамаками. Тут тоже есть зеркало.
тоже на блог-йоге мне очень понравилось, потому что ты там делаешь много всяких упражнений с помощью вот этих полотен. И я даже висела головой вниз, и много движений, которые я смогла повторить с первой тренировки. А также я практически села на шпагат, на продольный левый. И я прям очень этому рада. Также я хочу пойти в бассейн, чтобы немного освежиться, так как у нас сейчас на улице очень жарко, примерно 31 градус тепла, но и все равно хочется окунуться в холодную водичку. Даже несколько посещений за лето как раз таки все успели сделать. Сейчас я возьму ключик и буду себе искать шкафчик. Шкафчик 137. Мимо шкафчиков тут еще также находится сауна, на которой сейчас, к сожалению, не работает. А дальше спортзал номер 2 и сам вход в бассейн. Так как телефон я не могу уже туда брать, поэтому зайду уже сама туда без телефона. А далее... Я могла занести устройство в бассейн, поэтому я здесь прикреплю картинки, как вообще выглядит сам бассейн. Надеюсь, трех картинок хватит. Я уже готова, как вы можете заметить. Дальше я буду чуть волосы, потому что я с таким не пойду. Плавала целых 2,5 часа. Есть такое зеркало и 3 фена. Но все остальное это шкафчики, поэтому уже 3-е зеркало за эти выходные. Или 4-е, посчитайте в комментариях. Буду расчесать свои волосы, чтобы вы понимали. У меня тут такой колпак на волосах. Наверное, придется использовать масло, но оно не находится дома, поэтому я должна с такими волосами буду идти. Ключик я оставляю в этой корзине. Сама я уже взяла ключ и выхожу вниз. Мне надо пройтись вниз по ступенькам. Кстати, тут находятся всякие фотографии разных людей. Пожалуйста, поставь лайк и подпишись на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Желаю приятного утра, вечера, дня, у кого как. Поэтому спасибо за просмотр и всем пока!